Всем привет, меня зовут Алексей, и иногда я снимаю небольшие видео про ковку, но сегодня будет видео не про ковку, сегодня будет видео про покраску, даже если быть точнее, про патинирование. Немного необычное патинирование, методом двухслойного покрытия, то есть на изделие наносятся два слоя краски, затем внешний слой частично снимается, под ним проступает нижний слой, что создает эффект таких естественных потертостей, да? Более натуральные патины, так скажем. Что выигрышно и отличает такой метод от стандартного патинирования кисточкой, так это отсутствие следов кисти, то есть более натуральный вид. Но показывать я буду не это изделие, то есть сам процесс покраски я покажу на другом изделии. Там другой цвет, то есть если на том изделии было белое с золотом, здесь черное с золотом. То есть, скажем так, базовый черный с золотой патиной, но не забываем, что при патинировании таким методом сначала наносится патина, то есть золото, и поверх нее уже ложится основная краска, которая потом частично удаляется, что создает эффект естественной патины. Ну, как я считаю, то есть мне такое патинирование кажется более натуральным, более естественным, что ли. То есть мы не видим штрихов, которые оставляет кисть, даже при ближайшем рассмотрении, да, мы видим как бы такую естественную потертость по граням, по выступающим частям. Вот, то есть непосредственно покраска, сама покраска данного изделия выполнялась красками Церта Пласт, черной и золотой. Удаление краски, да, внешнего слоя выполняется растворителем. То есть вот у меня ветошь оставшаяся, которую я протирал. Два типа растворителя. 646, скажем так, удаляет мягонько. R12 растворяет очень мощно краску, поэтому если им пользоваться, то надо очень аккуратно пользоваться. Ну что ж, посмотрим сам процесс.